давайте мысленно так вообразим. Мы пришли на мировое кладбище. Мировое, это значит за 7500 лет, как от Адама до последнего человека. И спрашиваем, Вольтер из-под земли глухо раздастся здесь. Магомед, основатель мусульманства, здесь. Христос! И сразу услышим, его нет здесь, он воскрес. И придет Пасха, и вы будете приветствовать друг друга и говорить, Христос воскрес! И человек отвечает, воистину воскрес! Он действительно воскрес! Откуда мы знаем из Евангелия? Верующий в Сына Божия, во Христа, имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Любить Иисуса – это первая заповедь. Любить Бога всем умом, всей крепостью, всей душою – в этом все заложено. Вот за последнее время мы проехали 12 сел. Каждое воскресенье в село приезжаем, с главой администрации договариваемся, клуб дает, приходят люди, в библиотеку мы жертвуем книги. Я один и тот же вопрос людям задаю. Как они знают Бога? Что самое ценное для них? И особенно старые люди, какие они покинутые, одинокие. А зачем я живу? Мы в каждый дом сегодня постарались шашечно зайти. В каждый дом. Мы приехали на 5 машинах. Учитывая, что у нас только в 10 домах всего живут, то 5 машин, это значит, мы полдеревни уже к вам приехали. А ведь мы начали с нуля всего только 17 лет назад. Никто не ругается, не матерится. Ни один. Ни один воскресенье не работает, ни один. Вот у нас 300 гектаров, допустим, 200 с чем-то у фермера. И он воскресенье, один день, все, может быть. А завтра дождь пойдет, хлеб не убрал. Но он не выйдет на поле, потому что мы Бога боимся. Это заповедь Божия. Чти субботу Господню. Суббота – это воскресенье. Ну, посмотрите, что у вас все люди-то работают. Так, вы живете рядом, вас много, вы все чужие друг другу. У нас все родные. Мы все до одного пришли в храм сегодня. Мы помолились, назначили время, сели на машину и поехали к вам. А вы кто нам такие-то? А мы понимаем, что вы все нам братья и сестры по Адаму. А мы хотим, чтобы были по Христу, те, которые уверуют. Мы хотели вам рассказать о Боге, выслушать ваши вопросы. И старым особенно людям сказать, вы не считаете, что вы не нужны, вы весьма нужны. Извините. Да.